Итак, чувство собственного достоинства движется. Куда оно движется и зачем? Все зависит от того, куда нажимает судьба. То есть, если судьба нажимает сверху вниз, это значит, что приходит какой-то крутой человек. Говорит, ты ничтожество. И доказывает тебе это. Ну или пытается доказать, что-то с тобой происходит, у тебя как бы чувство собственного достоинства спускается вниз. И ты становишься таким жалким человеком, таким униженным. Здравствуйте, дорогие друзья. Помните, год назад я был таким очень крутым Олег Геннадьевич. А сейчас со мной прокуратура занялась. Я не такой же крутой. Ну, примерно так. Да? Ну, примерно так. Испугались? Мы говорим о судьбе сейчас, это серьезные вещи, не для расслабления. Итак, если все классно, и человек это не считает заслугой Бога, а считает своей заслугой, тогда чувство собственного достоинства поднимается вверх. И тогда, ну, как бы совсем другое дело. Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас очень всех видеть. Но это в лучшем случае, понимаете, вот так. А бывает еще хуже случаи. Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло. Ну-ка все вместе, уши развесьте. Лучше по-хорошему слушать, хлопайте в ладоши вы. Там типа вот такого. То есть гордость такая уже непреодолимая в сознании человека.